Еще запечатлим видосик. Вот не доезжая деревни Колыхманово. Вот она уже видна. Стоит вот такой пограничный столб. Этот столб разделял Смоленскую и Калужскую область. Он довоенный еще. Этому столбу уже как-то во время войны его не разбомбили. Ничего в нем особенного нет. Никаких достопримечательностей в нем тоже нет. Но потом Калужскую область продлили. Дальше. А столб этот довоенный так до сих пор и стоит. Там деревня Колыхманово, но, говорят, давно называлась Колымханово, так как на одной стороне стояли русские, на другой татары, иго. И платили какой-то Колымому, что ли, тут. Колымханово переимывали. И постепенно языками отшлифовали Колыхманово. Вот такой памятник защитникам. Там, по-моему, лопасть от самолета. Раньше тут здесь стоял памятник. Раньше был, вот тут пушка стояла, прямо вот здесь, на этом. Ступеньки покрасили, наверное, на 9 мая ходили. Бои здесь были страшные. Десантники Старчака. Как и у нас на севере тоже. Направил горящий самолет переправу немецко-фашистских войск через Угру. Героически погиб экипаж бомбардировщика. О, командир 3-й эскадрильи. Герой Советского Союза, капитан А. Рогов. Штурман эскадрильи. Вот здесь, наверное, через мост, наверное, фашисты переправлялись. А он их забабахал. Молодцы, ухожено все. А вот этот экипаж дальнего бомбардировщика. Наверное, у меня кончается память телефона. Знаю, насколько хватит памяти. Зашел на мост, кругом камеры стоят. Вернее, не память, а память-то еще есть, а батарейка уже в телефоне. Деревня Кувшиново вон там, вдалеке. Здесь машины гоняют. Сейчас скоро уже хочу успеть дойти до Угры. Успею, не успею. На дне. Высота такая. Камеры такого не было. О, какая большая. Я помню, здесь еще стояла деревянная плотина. Ну, плотина, этот мост. Но это давным-давно было, 60-е годы. Он полуразрушенный такой был. И уже стоял тут с арками такой мост. Его потом демонтировали. Прям он стоял чуть-чуть правее от этого. По-моему.
он правее, как раз вот, как раз тут на этими над деревянными быками. Красота неописуемая. Это все наша Калужская область, город Юхнов. Рыбы тут были, и щука, и подуст, жерех, ну, голавль это, естественно. Ловили мы в детстве тут. Мелеет, конечно, угра, мелеет, обидно.